Всем привет! Вы на канале «Домашние веселушки». Мы находимся в отеле «Пирамиса», это в Сахаль-Хашиш, в Египте. Сейчас я покажу вам наш номер. Шкаф. Тут мы уже обжились, поэтому легкий такой бардачок. Но место есть для всего. Это обновленная категория номеров, они называются «Премиум». Ага, говорит Лиза, мы идем уже на пляж. Вот такой у нас бардачок. Я обиделась. Большой номер достаточно, с телевизором, с зеркалом, три больших кровати, диванчик и вполне такая себе приличная лоджия, терраса, балкон. Ну, балкон, будем говорить, да? Вот выходим на балкон. Минус, да? Тяжеловато открывается, но это хорошо, дети не откроют. Вот такой вид у нас. Seaside View. Pool Seaside называется. Вид на пляж, на море и на бассейн. И видно террасу ресторана. Вот так вот все это выглядит. Внизу ходят люди. Хорошо, что мы не взяли первый этаж, потому что ходили бы мимо нас. Вот стульчики, креслица. Ну, довольно мило. А теперь пошли на пляж. Забыл вам санузел показать. Но, ну, вот как-то так. Санузел реновацию не прошел. Сейчас включу побольше света. Душик старый, но в целом все работает, все отлично. Претензий у нас, собственно, нет. Выходим, спускаемся вниз на лифте. Можно пешком. И лестница есть, и лифт есть. Но мы идем к лифту. Ну, такой интересный лифт здесь. Идем, Лиза. Заходи быстрее. Лиза думает. Так, нажимаем на первый этаж. Ой, не на первый же, здесь нулевой. Здесь все такое в зелени пластиковой. Ну, интересно сделано, прикольно. Забавно, скажем так. Причем дверь отъезжает. Вот. Если мы хотим со второго этажа спуститься вниз, нажимаем нулевой этаж. Потому что второй этаж, он же первый. Если не открыть вот эту дверь, то дверь закрывается. Ой, Лизе нравится спускаться по вот этим пандусам, да? В лифте есть две двери, внешняя и внутренняя. Если внешнюю не открыть сразу, то внутренняя закроется через какое-то время. Так что это нужно знать. Ну, территория зеленая, красивая. Все такое милое, яркое, солнечное. Солнце уже практически в зените. Часов 11 времени. Мы только идем на пляж. Мы такие медленные в этом вопросе. Мы вчера были на экскурсии в Луксоре. Очень подустали. И поэтому сегодня очень медленно все делаем. Поздно пошли на завтрак, поздно пошли на пляж. И, кстати, сегодня дует ветер. Но ветер не холодный, ветер достаточно теплый. Все, на отдыху как бы и не помеха, собственно. Классный пляж, хорошая территория. Сейчас не берем, попозже возьмем мороженое. С 2 часов до 4 здесь выдают мороженое. А мы идем и ждем папу. Ищем место, где нам присесть. Сейчас нужно найти лежак. В принципе, здесь много свободных лежаков, в отличие от того, что говорят о других отелях. Здесь достаточно места на пляже для всех. Попутно бар.
вот этот бассейн следующий, он с подогревом и с горками. Но здесь ветер сильнее, чем на пляже, это надо иметь в виду. На противоположную сторону бассейна можно перейти только через ресторан. Вот здесь раздают мороженое. Сейчас покажу вам, как выглядит наш номер после уборки. Какой номер? Это после реновации. Он прибранный. Ремонт сделан. Такие аккуратные потолки, потолочные светильники везде. Лизе сделали зайца-очкарика. И здорово придумали, да? Вон морду нарисовали на салфетке. Что ты делаешь? Своника, но тебе зайчика сделали. Ну вот.